Итак, возьмем мы фольгу. Привет всем. Итак, фольги я взяла 6 грамм. Вы можете себе написать наполнение или вот как, что 6 грамм будет. Наполнитель. 6 грамм. И по сантиметрам сейчас скажу. Блин, опять у меня болит горло. Опять вот эта фигня. Не знаю, что это такое. Буду сегодня полоскать опять. Благо, есть у меня этот шалфетик и палочка-выручалочка. 8 сантиметров высота. Нижний 4,5. И Бельгии тоже привет-привет. Всем привет, кто к нам присоединяется. Итак, нетверчик этот, он достаточно такой пухленький. Я вам уже его показывала. Сейчас посмотрите, вот, может быть, видно вам будет, не знаю. Вот на экране он у меня там сидит. Вот он такой вот пухлястик. Вот, и поэтому уйдет много мастики, да, на него. Черный. Так как черную мастику я покупаю, я не могу ее красить сама, я буду экономить и буду заполнять, как бы, заполнять вот эту пустоту не черной мастикой, буду заполнять белой. Вы можете сразу черный, если у вас есть возможность. И я вам буду говорить, сколько именно беру я наполнителя. Высота 8 сантиметров. Сначала беру кусочек белой мастики, это у меня тут 68 грамм. Сделали. И вот теперь буду обтягивать уже черную мастику. Мы не будем делать его сильно большим. Я не хочу его делать сильно большим. Мы сделаем его невысоким. Но пока начнем с черной мастички. Беру, наверное, я еще 68 грамм. Раз здесь у меня здесь 68. Сюда возьму. Ну, 60. Начинаем писать стеком. Он такой весь шерстяной. Знаете, даже не знаю, как его так показать. Вот когда черное, либо белое. Прям вообще. О, ну вот контраст. Вот так вот. Во, вот так. И начинаем чесать. Ну вот с зубочисткой что-то не пошло. Ну вот я говорю, что можно и зубочисткой. Можно просто стеком. Можно вот такой расчесочкой. Я ж, конечно, не заставляю вас в коем случае. Как удобней. Вот такая вот. Теперь сделаем ему ножки. Давайте на каждую ножку возьмем мы по... Давайте по 20 грамм. Итак, делаем мы ему ногу. Теперь взяли вот эти 20 грамм. Прибиваем мы их на столе. Получается у нас вот такая капелька. Здесь мы приклеим ему потом его ногу, ну как бы ступню. А это будет у нас как бедро. 20 грамм. 4,5 на 3,5. Ой, 8, 9,5 грамм на каждую ступню.
Привет, привет. Итак, катаем мы вот такую капельку. Как мы делаем, да, наши ступни? Пяточка всегда у нас меньше получается, а там, где у нас пальчики, всегда больше. У него 4 таких пальца. Вот так делаем. Формируем ему ножку. По длине ножка 3,5 сантиметра, вверх ширина 2,5, низ 1,5 сантиметра. Там мы ему формируем ножку. На 4 пальчика мы сразу делим. Вот так. Здесь делаем, притупляем в каждой этой. Здесь у нас ноготочки еще будут. Вот. Вот так вот. Берем клей и приклеиваем. Флёрчика, 4 пальчика, и в каждом пальчике ноготок. Ноготки у него тоже черненькие. Девчонки, я говорю, не ведитесь. Заказчики всегда будут устраивать истерики. Нужно на это не обращать внимания. У нашего нефлёрчика тоже там 4 пальца наблюдаем. На каждую руку нам нужно 13 грамм. Итак, делаем мы ручки. Вот такие вот небольшие. Мастика без смс, еще раз повторюсь. 5 сантиметров в длину. Вот такая вот ручка. Еще очень хорошо, знаете, такая есть пенка. Вот прям пшикаешь на ногу, оно такой пеной покрывается все. Очень хорошо замораживает. Так прям меня только эта пена спасала от ожога. Вот так. Приклеиваем. Приклеиваем, сразу шовчики подтягиваем. И вторую ручку точно так же. Берем 4 грамма на... Не, наверное, 4 много будет. Давайте 3. 3 грамма на каждую кисть. Вот, делаем. У него длинные такие. Даже это такая не кисть, а больше просто какие-то такие 4 пальца длинных. Мы тоже сейчас сделаем. Хотя, я думаю, режу, а думаю, можно было просто сделать. Сразу прибиваем вот здесь. Ой, ну не. Вот так. Там тоже у него получаются вот эти коготки длинные. Так вот мы все это. Здесь сделаем, чтобы пальчики наши складывали. Такие какие-то у него такие ручонки-то стрёмные. Придумает же кто-то.
За колокольчик, слушай, даже не знаю. Честно говоря. Я могу делать и сама, у меня все есть. Когда у меня есть настроение этим заниматься. Но обычно я хожу туда, где меня кто-то инфицирует. Потому что я делаю это очень медленно. Там пришел человек, все за 2 часа чик-чик, и все красиво. А так могу и сама, конечно. Я же человек такой всемогущий. 2200 фольги, вот этот комочек у меня. По диаметру 3 сантиметра. Длинную колбаску. На столе мы сразу ее слегка как бы прибиваем. Вот так. Для того, чтобы наш носик получил вот этот плоский край, чтобы нам было удобнее приклеить его. Еще делаем вот такие вот. То здесь у него глазки будут. Такие штучки. Как крокодилья мордочка какая-то вот мне напоминает. Крокодилью мордашку. Смазываем все клеем. Зубочистку тоже клеем смазали. Аккуратненько ее ввели. Наш носик. Вот. И вот так вот его приклеили. Сейчас скажу. Сантиметром. Это 4 сантиметра. Я не помню, говорила или нет. Вот. Галин, куколку мы лепили уже сегодня, и это у нас есть видеоуроки, которые проходят в закрытом формате.
жемчужины. Делаем вот так надрезики. Такая жемчужная нить получилась. Какие впечатления от фитнес-браслета? Я не знаю, Любань. Мне нравится. Мне нравится, что я теперь все могу видеть. Я его давно уже хотела, очень давно. Просто помогает следить за тем, сколько ты ходил. Ну, как бы, не знаю. Так, вот такая жемчужная нить. Сделаем мы ему заговор на заказульки. Да, пусть он приносит нам удачу, заказульную такую. Мы его слепим сейчас, золотом прицепим. А, блин, а какой хвост-то? Большой, длинный, маленький? Какой? Как у собаки. Давайте, пока вы там рассказываете, я тут буду золотишко-то цеплять. Пусть он у нас заказульки нам приносит, да? Мы его сейчас на это нафукаем. И все. Заказывайте. Не заказывайте, лепите себе, ставьте на стол. Он принесет вам удачу. Тебе нельзя столько работать. 10 нельзя. 10 слишком много. Это усталость бешеная. Ты печешь сама. И собираешь сама. И украшаешь сама. Это ты что?